Дорогие мои, всем доброго времени суток. Еще второй отзыв уже от 12 мая 2019 года. Начала принимать концентрат Павла Спрингс 29 апреля. Постепенно. Чувствую, что бронхит, гайморит, который обострился при применении нанобальзамов, потихоньку стал проходить. Но еще есть остаточные явления. Но зато появились последние несколько дней неприятные ощущения циститом в мягкой форме. Я так думаю, что это пошли у меня обострение на фоне того, что я очень недостаточно пила воды. Не сильные головные боли. Каждый день в разных местах головы. Небольшие болевые ощущения, как при ежемесячном цикле. Хотя не имею их уже несколько лет. Иногда нет-нет, так кольнет левое колено. Аж подниматься по ступенькам трудно. Но это тоже редко случается. Хотя это случается. Хотя не давала о себе знать много лет после травмы. Снова начали слезиться глаза. Иногда зачешутся очень сильно то один глаз, то другой. Капаю нанобальзамы поочередно в глаза и в носовые проходы. Целый день бодрствую, сплю очень крепко. От гипертонии не принимаю таблетки. Чувствую себя намного лучше, несмотря на остаточный кашель и гайморит. И потом мне сказали, что это идет очищение легких. Поэтому у меня был вот этот кашель несколько месяцев. Я знаю, что проходит чистка моего организма. И этот процесс длительный, но оно того стоит. И муж заметил, что я похудела. Спасибо вам большое. Продукция компании Global Trend. Классная, принимайте ее. Я на себе это испытала. Уже третий год принимаю. И нанобальзамы пропила, и Павел Спринг попробовала. И сейчас новый продукт вышел, третий нанобальзам, это Smart Lux принимаю. Следите за моими результатами. Благодарю за внимание. Всего доброго.